Технологичнее и с гораздо лучшим ВПК. А значит, время играет против России. Как бы ни хорохорились городские сумасшедшие для федеральных... Мы всерьез еще не начинали проектов. Во-первых, стабилизировалась обстановка по всей линии фронта. Где-то в конце ноября наши силы смогут перейти в решающее наступление и достигать поставленных задач. Что остается Путину и компании в такой ситуации? Ответ уже очевиден.